Добрый день, точнее, наверное, все-таки логичнее. Доброе утро всем тем, кто находится на территории X-парка. Цитируя классика, скажу: шановні кияни того стиліста, раді вас вітати на другому дні фестивалю Moto Open Fest 2017. На самом деле, скоро начнется музыкальная часть. Сейчас, как вы видите, идут приготовления на сцене, музыканты чекаются, готовятся. Вы по чуть-чуть приходите в себя после бурной субботы. Соответственно, то же самое делаем и все мы. Но никто не отменяет то, что у нас есть еще спортивная часть. И совсем скоро она начнется в активной фазе. Сейчас, в принципе, ребята ездят, у нас проходят соревнования по джимхане. Вы это все можете увидеть на треке. Обязательно чуть позже мы со сцены огласим результаты соревнований. Ну а сейчас хочу всем сказать, что кто хочет посмотреть соревнования по супермотокроссу, они начнутся в 13:00, то есть где-то через 40 минут на мотокроссовой трассе, которая находится не здесь, возле сцены. Ну, где находится мотокроссовая трасса, я думаю, вы легко сможете узнать, подойдя к людям в желтых жилетках. Они вас направят, расскажут, где это находится. Но большинство, я думаю, из вас хорошо знают, где находится трасса по мотокроссу. Это когда вы ехали сюда, допустим, со стороны Петровки, то налево это X-Park, а если направо, сразу под мостом, вы видели трамплины, вот там, собственно, ребята уже разминаются, и в 13:00 они начнут состязаться. Итак, еще раз расскажу вам хронологию действий по соревнованиям в ближайшее время. Сейчас проходит джимхана в 13:00 на кроссовой трассе, соревнования по супермотокроссу, в 14:15 FMX-шоу, также на кроссовой трассе. Ну а в 16:15, где-то в 16:00, начнем делать активности здесь, возле сцены.